Что украшает тебя, Россия? Долины, горы, холмы, дубравы, моря и реки, тепло и холод. Мы приехали к вам от монастыря, названный в честь святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы и расположенной в черте города Минск. У Свято-Елизаветинского женского монастыря есть свои особенности, и одна из них, что он был построен возле психоневрологической больницы и интерната детского и взрослого. Взаимодействие сестер с проживающими интернатом, с наследниками женского и мужского подворья, где еженедельно совершается божественная литургия, служатся акафисты, раскрывают наши их души для Бога и Царства Небесного. Основной задачей монашествующих и сестер милосердия является поиск средств к общению и развитию людей. Мы рады вам представить уникальный ансамбль «Веселые ребята», которые существуют уже на протяжении 24 лет. Хочется отметить высокий профессиональный уровень артистов, хотя ни один из них не имеет специального музыкального образования. Все участники этого коллектива живут как одна семья в психоневрологическом интернате в городе Минске. И это все результат многолетнего совместного труда послушницы Тамары с ее воспитанниками, которая являлась идейным вдохновителем и художественным руководителем ансамбля. Непосредственность, простота и любовь означают каждый новый номер, который мы рады будем вам представить. Надеемся, что искренность и радость поющих найдет отклик в ваших сердцах. Пара, танцующая вальс, словно лебеди, едва их касаясь крыльями водной глади, плывут по сцене. А необычные лошкари и матрешки очаруют вас своим детским задором и живостью. Надеемся на вашу поддержку и аплодисменты. А сейчас вашему вниманию гимн Богородицы. Yeah.
Смотрите, ребята, как люди могут петь. Что значит душа? Чувствуете? Да. И как надо... Представляете, сколько они трудились, вы знаете это все, потому что вы все и поете хором, и играете на инструментах. Вы знаете, сколько труда надо положить, чтобы вот так вот играть. Спасибо большое.